Но для начала мне хотелось бы рассказать, что такое татуировка. Татуировка – это процесс нанесения, так сказать, рисунка на тело методом местонатурального похожего крова с нанесением похожего перчатку краски. Если говорить, то в наше время татуировка очень, как бы, большую актуальность себе берет. Если рассматривать с точки зрения воссоциума, то с каждым годом представляется все больше выбора для самозаращивания. Одним из них является татуировка. Еще. И немножко хотелось бы в истории рассказать, что наши предки украшали также свое тело татуировкой. Кто-то показывал то, что кто-то какой-то вере был, ну вот как вот вера, кто-то на себя наносил, кто-то как племя себя помечал. При создании моего логотипа за основу я взяла пистолет и тату-машинку. Тату-машинку, потому что ассоциация с тату, так же как и знак идет тату-ган, название ган, от того как на ган. Вот. И в стиле чеканы. Чеканы сейчас в наше время все больше преобладает большей популярностью, хотя раньше ее делали только из латиноамериканских, ну вот как бы бандитских банд, они себя ими помечали, хотя сейчас все больше и больше делают татуировки с этим стилем. Так, изначально тату чекана была отличительной особенностью латиноамериканской испанцы, вместе со своим обладателями перекачивали в тюремные застенки. Долгое время чекана оставалась привилегией преступных слоев населения. Но спустя годы перешагнули этот порог, и сегодня татуировка в стиле чекана вовсе не сообщает о своем обладателе ничего дурного. Несмотря на то, что чекана сегодня свободна от предрассудков, как и говорилось выше, некоторые характерные черты это стиль все же сохранил. Кардинально противоположная ситуация сложилась с рисунками девушек. Они сегодня являются практически визитной карточкой чеканы. В частности, эскизы обычно включают в себя в основном черный цвет и градиенты серого. Никакие особенно яркие цвета по рисунке у техники чеканы не используют. Хотя сегодня в татуировке, выполненной в стиле чеканы, можно встретить краски и некоторые другие цвета. Я взяла в своем знаке цвет красный, черный и белый. Бедный цвет. Черный цвет – это цвет символизирует ночь, свет, тишину, смерть, пустоту. В отличие от белого, который включает в себя все цвета, черный воплощает в себя больше. Поэтому ассоциируется с противоположным белым негативным началом, с отрицательным или отчаянием. Влияние черного цвета у современных людей крайне неоднозначное даже в пределах одной западной культуры. С одной стороны, символ власти, перспективы мира, с другой – одиночество и скорбь. Чаще всего черный ассоциируется с магией, мистикой, одиночеством, силой, энергией и также бесстрашием. Белый цвет – очень противоречивый цвет. Он сочетает в себе свет, жизнь, удары, смерть, весь спектр цветов в замороженном конечном варианте. Белый тату, если перечислять все наиболее распространенные значения белого, то это чистота, невинность, свобода, изысканность, правда, идеал и поиск жизни, так же, как и черный. Красный цвет – самый эмоциональный цвет татуировки. Он дает сигнал, чтобы уверенность в себе и сильным духом. Но также он усиливает нервное напряжение, поэтому используются красные, аккуратные цвета, и всем доступны для лицезрения. Кроме этого, этот цвет ассоциируется с кровью, питающей нас, и в то же время видимо не в самых спокойных ситуациях. У меня основной шрифт это импакт, дополнительный ряд. Да, и лицевая аудитория 18. Средний колокольчик.